Сотрудники ГИБДД совместно с родительским патрулем и представителями образовательных учреждений дежурили возле школы и детского сада. Участники рассказали школьникам о важности применения светоотражающих элементов на одежде и о том, как правильно и безопасно переходить проезжую часть. До родителей и водителей сегодня мы хотели донести элементарные требования безопасности правил перевозки детей. О том, что необходимо детей перевозить с использованием детских удерживающих устройств. Госавтоинспекторы призвали родителей быть примером для своих малышей и использовать ремни безопасности. Стражи порядка проверяли, как водители используют детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей в автомобиле. С родителями-автомобилистами сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы и раздавали памятки по правилам перевозки детей в автомобиле. А маленьким участникам дорожного движения полицейские вручили фликеры. Госавтоинспекция и родительский патруль надеются, что постоянная работа подобных мероприятий поможет значительно снизить количество аварийных ситуаций с участием детей и подростков. Элина Нурматова, Светлана Разганова, Десна ТВ.